Простите, что вам приходится после целого дня нахождения здесь в зале. Всех уже коленки затекли, и не только коленки, в этот поздний час слушать меня. Но я не уверен, что я вот прям полностью оправдаю ваши ожидания, потому что всегда представляю так, что сейчас вот будет сплошная гуру катха и сплошные истории. Первое, что появляется в уме, да, вот сейчас будет много историй про Гуру Махараджа. Не уверен. Вот. Мы будем говорить о 26 качествах чистого преданного. И заодно думать, а как же они проявлены в личности духовного учителя. Вот. Ко всему прочему, про помидоры я не зря говорил, потому что черновик лекции я составил, а вот посмотреть у него у меня была возможность только вот сейчас. Так уж как-то случилось. Вот. Поэтому мы... Вы уж простите, я буду периодически в камеру заглядывать. Вот, Чайтанья Чаритамрите, Магья Лили, 22 главе, 78 по 80 стих, описываются эти 26 качеств преданного. Вот, Крипало Актра Дроха, Сатья Сара Сама, Нидеша Вадани Мриду Шучи Акинчана, Сарва Пакара Шанта, Кришная Пешарана, Акама Аниха Стхира, Витидаша Дюна, Вита Бхук Апрамата, Манада Амани, Гамбира Каруна Майтри, Майтра, Кави Дакша Мауни. Вот, и перевод стиха следующий. А преданные всегда милосердны, смиренны, правдивы, беспристрастны, безупречны, великодушны, кроткие и чистые. У них нет материальной собственности, они постоянно трудятся на благо всех. Они умиротворены, преданы Кришне и свободны от желаний. Они равнодушны к материальным приобретениям и не сворачивают с пути преданного служения. Они полностью обуздали в себе 6 недостатков, вожделение, гнев, жадность и так далее. Они едят ровно столько, сколько необходимо, и не опьяняют себя. Они уважительно относятся к другим, они серьезны, сострадательны,
и равнодушны к почестям. Они дружелюбны, поэтичны, опытны в делах и не болтливы. Вот, и мы пойдем с вами по этим 26 качествам. По каждому из них у нас будут цитаты из священных писаний, какие-то слова Шрилы Прабхупады в связи с этим, и размышления на тем, как это в личности духовного учителя проявляется. Вот, и говоря про милосердие, Крипалу, Господь Читание называет милосердие одним из признаков саду. И в комментарии к третьей песне, 25 главе, Шрила Прабхупада говорит, что «Вайшнав милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Преданный Господа с одинаковым состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам, в конце концов, освободиться от материального плена». Вот. И мы знаем, что Шрила Прабхупада часто говорит, что современные люди, они как кошки и собаки. Да, то есть в комментариях говорит, что милосердный человек, он милосердие распространяет на всех, в том числе и на какие-то низшие существа. И в тот же самый момент Шрила Прабхупада в своих лекциях и в комментариях он периодически людей Века Кали называл кошками, собаками и прочими парнокопытными и прочими. Да, ослами в том числе и так далее. Вот. И, собственно, он сам и его последователи, в частности, Гуру Махарадж, занимается тем, что помогает вот этим живым существам, проявляя свое милосердие в первую очередь чем? Тем, что дают знания, правильно. Вот. И мы знаем, что Гуру Махарадж, он учитель. Да? Учитель — это его призвание, это некий очевидный факт. Что вот что-что, вот учит Гуру Махарадж очень хорошо. Вот, и, собственно, милосердие его, в первую очередь, заключается в том, что он живет тем мыслями о том, каким образом дать людям духовное знание, с помощью которого они смогут оторваться от этих всех материальных вещей, которые их привязывают, не дают идти вперед. И дают возможность влюбиться в того самого удивительного Кришну, про которого нам сегодня Нандаварна рассказывал. Вот, и это вот его миссия, это его призвание, то, чем он по-настоящему живет, как учитель, тем, чтобы учить нас тому, каким образом избавляться от материальных привязанностей и привязываться, соответственно, к Кришне. Вот. И понятное дело, что духовный учитель учит нас и простым каким-то вещам, что если надо, надо проявить милосердие в простом виде. Кто-то нуждается в еде, надо дать ему еду, кто-то нуждается в какой-то другой помощи, мы должны как вайшнава ее оказывать. И если человек готов к тому, чтобы воспринимать что-то большее, то надо давать ему духовное знание. И вот первое качество милосердия, оно в первую очередь проявляется в том, что проявляет свое сострадание, милосердие в том, что дает знание духовное людям. Вот. Второе качество — это смиренный аманитам. И Бхактинат Такур, будучи освобожденной душой, он себя называл вообще, как бы знаем, да, в его баджанах можно там прослеживать, да, что он «я падшая душа», вот, и он скорбит, что потратил жизнь свою впустую. И на самом деле один из любимых баджанов Гуру Махарадж, Гуру Махараджа это «Амараджинва Дживана Сада Папейрата Нахика Пуньералейша», да, что «моя жизнь, она прожита впустую». И это как бы вот реально. Гурудева одно время было, он прям вообще каждый вечер он там вот садился и амараджина. То есть как бы... И не то, что потому что ну, классную песню Бхактинат Такур написал. Хорошая такая. А реально потому, что это определенная медитация, настроение. То есть Гуру Махарадж реально размышляет о том, что ну, вот... Жизнь моя, жестянка. Вот. И Шрила Рупа Санатана, Шрила Харидас Такур, они учат нас смирению своим примером, тем, что, помните, да, они обходили, не ходили в храм Господа Джаганнатхи, да, считали себя недостойными. Вот. Шрила Санатана Госвами, помните эту историю, когда он по песку пошел по горячему, да, просто боясь тем, что он там как-то сквернит кого-то из служащих храма Джаганнатхи. То есть, ну, вот это примеры смирения, которые присутствуют в наших ачарьях, в наших ачарьях. Вот. И Гуру Махарадж, мы знаем,
Как он характеризует смирение, кто помнит? Очень интересно, ссылаясь на Шрилу Прабхупаду, очень интересно, есть такой пример, что там не полиция, не врачи там, да, не наши близкие, не там, ну, не пожарные, неважно кто, никто нас не сможет уберечь, никто. Мы во всем полагаемся на кого? На Кришну. Мы во всем полагаемся на его волю. И вот Гурудев, он реально как бы живет таким вот пониманием, такой внутренней философии, что смирение — это когда мы не просто под плинтус залезли, и он об этом часто рассказывает, да, что это не значит сейчас как бы забиться в угол и ничего не делать. А смирение — это когда мы просто принимаем волю Кришны. Вот, и так и быть, истории будут, не так уж все будет сухо. Вот, я помню, впервые соприкоснулся с его смирением в 2009 году. Гурудев тогда поехал на лечение в Кералу. У него были какие-то сложности с желудком, насколько я помню. Ну, помните, раньше эта проблема возникала периодически, да, с желудком. Вот. И находясь на лечении, это вообще глухая деревня была. Но так как Гуру Махарадж знал, что здесь неподалеку находится его старый знакомый, Сарвайшварья Прабху его тогда звали. Сейчас это Бхактивинод Махарадж. Знаете, такой Бхактивинод с вами. Он на юге там курирует южный регион. Вот. Очень такой харизматичный, шактичный, преданный. Вот, получил саньяс какое-то время спустя. Вот, и Бхактинат Махарадж приехал, тогда в Сарвайшваре Прабху приехал к нему в гости, они пообщались туда-сюда, и, ну и как это свойственно, он потом поделился тем, что там вот Госвами Махарадж находится в лечебнице. Приехал с соседнего городка Гурувайр, очень известное место, на самом деле, на юге Гурувайр, Рапан. Это вайшнавский храм, где находится Мурти Вишну, древнейшая как бы. Гуру, Вайур, да, знаете, Гуру, это Брихаспати, и Ваю, ну, Ваю, да, и, собственно, божество, которому поклонялся в свое время Брихаспати и Ваюдев, то есть со времен царя Гороха, очень, очень с давних времен. Вот, и там находится это божество, и вот преданный приехал, как бы, и чтобы заманить Гуру Махараджа попроповедовать у них там в Ятре небольшой, он сказал: «Махарадж, поехали в Гуру Ваюр, божеству». Вот. К смирению мы потом подойдем, раз уж начал рассказывать эту историю. Мы тогда с Гуру Махараджем получили еще раз крещение в этот самый, в индуизм. Туда, чтобы попасть, надо сертификат иметь о том, что ты индус. И то, что как бы ты, ну, в принципе, как бы достаточно внешне похож на индусов больше, чем многие индусы, как бы. По атрибутике, я имею в виду, как бы, вайшнавской, там все такое, как бы. Вот. Тем не менее, надо иметь сертификат, поэтому мы поехали получать эти сертификаты. Вот. К нашему удивлению, там был уже фотография Индрадюмна Махараджа и целая команда русских преданных, которые, видимо, посещали тоже этот храм древний. И там были эти, ну, они нам хвастались, местные брахманы, они нам показывали, что вы не думаете, у нас тут налажено, процесс налажен. Не вы первые. Вот. И потом Гуру Махарадж долго смеялся над этой процедурой, что говорит, вышел брахман, который, не поднимая глаз, прочитал все 33 миллиона имен полубогов, которым теперь мы можем поклоняться. И так как ему было стыдно, он смотрел все время в пол. И через полчаса нам выдали сертификаты, что теперь мы можем, полноценные индусы, отреклись от всего, коров есть не будем, можем посещать индуистские храмы. Ну, то есть зря смеетесь, на юге этот сертификат нужен иногда. Вот, поэтому вот он... Вот даже сейчас Гуру Махарадж мне написал, говорит, поедешь в Индию, привези сертификат. Чтобы еще раз не проходить эту процедуру, да. Но это не связано со смирением, это просто, чтобы вам веселее было, а то вечером могли заскучать уже. Вот, и, собственно, потом, точнее, с утра мы должны были пойти на даршан Гурувайр, а вот вечером Гуру Махарадж должен был лекцию прочитать. И нам сказали, что мы здесь оставайтесь, потому что клиника, она в полутора часах находилась езды, поэтому вот решение надо было принимать, ехать, не ехать. Но Гуру Махарадж приехал, важно все-таки, важное божество дальше получить. Собственно, остались после лекции, остались там ночевать. И к нашему удивлению, мы-то избалованные западные, отреченные, западные индусы, отреченные, которые привыкли к тому, что, ну, как бы в норме людей... Ну, принимают нормально, ну, в смысле, хотя бы на чем-то спать можно. К нашему удивлению, там была просто койка. Вот такая.
И у нас с собой ничего. Только чадр и одежда на утро, как бы. Вот. И Гуру Махарадж без каких-либо вообще претензий, вот к чему бы то ни было, в принципе, говорит, да нормально. У меня волнение внутреннее, как-то мы не привыкли так духовному учителю служить, как бы. Говорит, да нормально. Сложили чудорог под голову, накрылся там доти, и нормально так вот скоротали ночь. С утра пошли, помылись, пошли на даршан божеству. И такие примеры по Индии были не раз. Я помню, мы приехали в Пуне, у них тогда был старый храм тоже. Его в такую комнаткушку посадили вообще. Ну, коморка просто, реально. То есть там стол, между столом и стенкой там, ну, буквально, я не знаю, 30 сантиметров кровать, еще 30 сантиметров к выходу, и там вот еще в ванную можно попасть, которая тоже там вот такая. Вот, и окон даже нет. Вот такое помещение, короче. Значит, ну, как бы нормально. То есть вот эти вот вещи, они как бы раз за разом. Это я к чему вообще начал все говорить? Мы знаем, да, что существует две формы служения духовному учителю, да? Все бхакта-программ проходили. Какие? Назови. Вапу и Ваня, да? И какой из них важнее? Молодцы. Вот. И понятно, потому что мы слушаем Вани, мы получаем, ну, какую-то реализацию духовного учителя, да? Мы получаем то, что хранится в шастрах. Собственно, мы получаем возможность избавиться от материальных привязанностей. Но пример духовного учителя, он тоже важен же, правильно? Потому что мы видим, как личность, которая практикует давно уже, которая глубокие отношения с Богом, и которая является его представителем для нас, как он ведет себя в разных жизненных ситуациях. На его примере мы можем учиться тому, как на самом деле надо реагировать на милость Бога. Потому что все, что нам не происходит, это милость Бога. Вот. И вот эти вот примеры того, как Гуру Махарадж спокойно реагирует на какие-то вещи там, нормально там. Ну, ночь не поспал там, ну, тогда в то время это как бы, ну, не было тогда так сложно. То есть, ну, дышать было нечем, ночь не поспал с утра как бы, ну дышать было нечем. И нормально, и все. И потом с утра лекцию еще прочитал, и хорошо. Ну, то есть, спокойно относился всегда к таким проблемам. Поэтому смирение, вот оно в том, что мы волю Кришны принимаем во всем. И Гуру Махарадж своим примером показывает, что как надо это делать. Третье качество – это правдивость, сатья-сара. И сатья-сара – это не значит просто говорить правду. Это значит говорить истину. Да? Потому что как бы можно быть просто правдивым человеком. Ну вот как бы есть вот какой-нибудь человек, он по жизни правдив. Да его правдивость, она о чем? О материальных каких-то. И при этом, при всем, он может быть еще и гордится тем, что он такой вот не врет. Вот. Но при этом это не значит, что надо врать. Врать не надо. Вот. Но это не главное. Главное — это говорить истину. То есть говорить истину. А истина заключается в том, что Кришна является верховной личностью Бога, а мы являемся его слугами. Вот. И главная истина в этом. Тем не менее, говоря про правду, это и замечательная история, вы ее все знаете, тем не менее, раз уж мы про правду заговорили, когда Гаутама Муни, в Пуране какой-то из Пуран есть эта история, когда Гаутама Муни пришел мальчик и сказал, хочу у тебя учиться, то Гаутама Муни у него спросил, а ты чей будешь? Мальчик пошел к маме, которая была, как это принято говорить, прости Господи в народе. Мама была прости Господи, она не знала, кто является его отцом, потому что разные были ситуации жизненные. И она и сказала мальчику, не знаю. Он вернулся и так вот и сказал, мама не знает, ну то есть не знаю, чей я буду. И тогда Гаутама Муни сказал, ну ты браман, потому что ты правдив. Вот, то есть качество брамана — это вот правдивость. Поэтому важно. Шрила Прабхупада даже в комментарии говорит о том, что если вор спросит у человека, где деньги, у брамана, где деньги лежат, то браман скажет, где они лежат, как бы, ну, не соврет. Вот. Можете себя проверять на эту вещь очень четко. Вот. И мы знаем, да, что и в Кали-Югу из четырех принципов аскетичности, да, что у нас там еще было? Чистота, милосердие. Осталось что? Правдивость только. Вот. Поэтому
Шрила Прабхупада, опять же, в комментарии Бхагаватам говорит о том, что как только я стал говорить об истине, приехав в Америку и встретив с этими неподготовленными, так скажем, людьми, но когда он начал говорить об истине, да, то есть так как это является фундаментальной правдой, той самой истиной, как бы, да, вот, о которой мы говорим, не просто говорить правду, а говорить истину, то это зацепило души, и в конечном счете люди как бы приняли сознание Кришны. Вот. И для того, чтобы познать истину, 4.34, все проходили бхакти-шастры, многие. Вот. Мы знаем, что надо обратиться за истиной к духовному учителю, смиренно служить ему, вопрошать. Это очень важный момент. И для духовного учителя следовать этого принципа сатья-сара, это значит говорить то, что не отлично от гуру парампара, правильно? То есть принцип для духовного учителя важно следовать гуру парампаре. Вот. И Шрила Гуру Махарадж думает о том, как сохранить знания следующим поколениям, да? Потому что история была печальна, помните, да? Был момент, когда то, что принес Господь Чайтанья спустя несколько поколений, оно утратилось полностью, да? И появилась куча-куча вайшнавских апа-сампрадай. В тот момент мы помним, что Бхактина Такур, когда пришел, ну, как бы соприкоснулся с гауди-вайшнавизмом, вайшнавы были, ну, не очень-то почетными людьми, к ним очень нехорошо относились. И, собственно, он работал в этом направлении, Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад потом работал в направлении, Шрила Прабхупада тоже все время там разных майвади гонял и прочих в своих лекциях. Вот. И в конечном счете мы знаем, Гуру Махарадж в своих лекциях упоминал, помните, о трех поколениях, да? О трех поколениях, что задача третьего поколения заключается в том, чтобы зацементировать знания, которые мы получили от ачарьев. И вот в таком виде как бы передавать дальше. Иначе оно постепенно будет приобретать что-то там еще. То есть, собственно, там были Госвами Вриндаван, ну, Рупа и Санатана конкретно, да, потом был Джива Госвами и Кришнадас Кавирадж. То есть первым был Шри Чайтанья Махапрабху, который принес любовь к Богу, Рупа и Санатана, Джива Госвами и Кришнадас Кавирадж. Как бы. Вот, и, собственно, Гуру Махарадж говорил о том, что наша задача, ну, вот, по крайней мере, поколение, которое находится сейчас, вот, то знание, которое нам дал Шрила Прабхупада был, были ученики Шрила Прабхупады. И третье поколение — это задача в данный момент, это знание полностью как-то вот привести в такую форму, в которой она потом должна дальше передаваться. Как некий эталон такой, четкий. Иначе постепенно, 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 что будет происходить, через там 20 лет ни одного ученика Шрила Прабхупады не останется, но будут его книги. Но трактовать то, что говорил Шрила Прабхупада, могут начать уже как-то по-другому. Правильно? Мы тоже можем видеть, что периодически идут какие-то. Сначала сильно был уклон в гьяну, сейчас много уклонов в карму. И поэтому вот Гуру Махарадж в этих лекциях напоминает о том, ради чего, собственно, Господь Чайтанья приходил. Четвертое качество – одинаковое отношение ко всем. Сама. Вот, и Бхагаватам говорится, нет, Бхагавадгите, прошу прощения, смиренный мудрец, обладающий истинным знанием, не видит разницы между учеными и между ученым и благовоспитанным брахманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом. И дальше, опять же, те, кто у нас учились на бхакти-шастрах, знают, что в нектаре преданности говорится о том, как надо относиться к верховной личности Бога, как надо относиться к преданному, просто к искреннему человеку, да, и к демону. Вот, и, может быть, кто-то помнит, не помните, да, что надо Богу поклоняться, с преданными надо дружить, искреннему человеку надо проповедовать, а демону надо, ну, как бы, позволить жить в карме. Для него есть свои, ну, как бы, рычаги воздействия у него есть свои. Если он не хочет, ну, тогда и не надо. Это к тому, что не проповедовать славу святого имени неверующим. Не надо, если не надо, то лучше пусть сам. Вот. Вот, и Шрила Гурудев, следуя за Шрила Ранат Махараджем, Шрила Прабхупада, проповедует
всем с позиции понимания того, что все мы являемся частицами Господа, и все мы просто об этом забыли. Вот. И как мы знаем, он относится, ну, нормально, в принципе, относится к внешней проповеди, да? Он даже сам читает какие-то лекции по внешней проповеди. Но что важно для него, как вы думаете, в этой всей истории? Для него важно, то есть его некоторые, значит, на самом деле даже критикуют за то, что он в свое время начал эту внешнюю проповедь. Он там про астрологию говорил, про аюрведу говорил, про психологию семинары читал, как бы. И есть прям преданные, которые как бы, ну, нелестно отзываются на этот счет. Вот. А при этом есть очень существенная разница, которую очень важно понимать. А если косвенная проповедь не направлена на то, чтобы привести нас к Богу в конечном счете, то в ней нет никакого смысла вообще. Это просто пустая трата времени. То есть это не есть никакое служение Богу. Вот в тот же самый момент, если мы возьмем лекции Гуру Махараджа по косвенной проповеди, ну, условно говоря, косвенной проповеди, то мы можем всегда увидеть, что там у него любая лекция, она заканчивается тем, что он говорит про Бхагавадгиту, Кришну и Арджуну. И как бы вот он рассказывает, а потом начинается Бхагавадгита, Кришна, Арджуна. Вот возьми, любую лекцию возьмите, послушайте. На скольких я присутствовал, все время был. Я все время сидел и ждал, в какой же момент произойдет то, что Гуру Махарадж начнет говорить про Бхагавадгиту. Вот, и всегда было так, что он об этом говорил. И вот это пример того, что мы проявляем сострадание ко всем, и всем надо давать знания. И надо давать на уровне, на том, на котором человек способен воспринять, но в контексте того, что мы в конечном счете должны говорить о Кришне в какой-то момент. Не пытаться человека там все время с ним заигрывать. Все эти заигрывания в конечном счете ничего не приводят. И поэтому пятое качество – нидоша, безупречность. Вайшнав, который посвящает свое тело, ум, речь Кришне, и всегда старается исполнить волю Господа, считается безупречным. Вот. И дальше Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» опять же приводит пример про Луну, да, на которой могут быть какие-то изъяны, там пятна. Ну, вот так вот смотрим. Много всяких историй, связанных с Луной и вот этими пятнами на Луне. Вот. Но это не мешает Луне давать свет. Да? Ночью вот она светит, как бы, независимо от того, есть на ней пятна или нет. Подобно тому, Бхактинот Такур приводит пример с Гангой. Что Ганга, она всегда чистая. Она идет с лотосных стоп Господа. На самом деле, как бы Ганга, она вообще как бы, вот, когда перечисляются какие-то вещи, которые, кем Господь является сам в материальном мире, Ганга приводится как одна из рек, которая как бы сама, ну, Господь сам проявлен в ней, в Ганге. Вот, видите? Вот. И собственно, но так как она река, на ней может быть пена. И кто-то может к Ганге относиться вот так вот. По внешним каким-то критериям ее оценивать. Вот. Но при этом она остается всегда чистой. Мы не будем сейчас, потому что я могу отдельную лекцию по Ганге дать, как бы, мы не будем отвлекаться. Вот. И человек с материальным взглядом на мир, даже если он вайшнав внешне, смотрит на духовного учителя или неважно на кого, на какого-то лидера, и там, ну, что это он в вайшнавской одежде? Он же саньяси. Ой, не, простите, в кармической одежде, он же саньяси, как бы. Ну, то есть, вот такие какие-то вещи, когда человек начинает какие-то свои материальные восприятия перекладывать на личность духовного учителя. Вот. Поет, фальшивит. Худой. И там плохо выглядит, плохо видит очкарик, да, там, еще чего-нибудь. Ну, то есть, вот материальный взгляд свой перекладывается на личность духовного учителя. Спасибо большое Мадхавананде Прабху. Он сегодня такую хорошую лекцию дал по Гуру Татве. Просто замечательно. Вот, нектар. Вот, а когда вот такое восприятие, то мы знаем в читании Чаритамриты пример Рамачандра Пури, да? Помните, да? Когда Мадхавендра Пури как бы уходил уже и находился в этом состоянии, когда он плакал по Кришне. И Рамачандра Пури начал материальным взглядом смотреть на своего духовного учителя и давать ему советы. Ну, типа, ну не плачь, Гуруджи. Не плачь, Гуруджи. Да, он начал ему проповедовать, что как бы ты же душа, Гурудев. Вот. И в конечном счете это привело к чему?
последующим оскорблениям Господа Чайтанью оскорблял, еще чего-то. Ну, то есть, в конечном счете, все закончилось плохо. Читайте Чаритамриту преданное. Там очень много интересных историй. Вот. И в тот же самый момент обратная сторона – это Мадхавендра Пури. Ой, простите, Ишвара Пури. Ишвара Пури, который служил Мадхавендре Пури, как бы и в конечном счете стал духовным учителем Господа Чайтаньи и получил от него милость особую. Вот. Поэтому очень важно не пытаться на какие-то непонятные нашему уму внешние вещи, которые мы можем видеть духовного учителя. Причем чаще всего, как я упомянул, это же какая-то ерунда. Понятное дело, если мы зашли в бар и там увидели Гурудева, простите, не хочу, то это, естественно, говорит о том, что что-то не так. И то надо подойти спросить, и, может быть, Гурудев здесь проповедует. Вот. В любом случае. Потому что нельзя сразу же принимать какое-то решение для себя и ставить штамп какой-то. Но чаще всего речь идет о каких-то более простых вещах. Да? Люди начинают критиковать духовного учителя, руководствуясь какими-то совершенно внешними вещами, чего ни в коем случае делать нельзя. Нельзя к нему относиться как к телу. Он находится в этом теле так же, как все, каждый из нас. По сути дела, каждому вайшнаву надо относиться, каждому живому существу надо относиться как к душе. Но с вайшнавами еще же проще в этом отношении. Потому что они реально они близкие с Богом. Что уж говорить про духовного учителя, который посвятил свою жизнь тому, чтобы полностью предаться ему. Так, что мы тут еще? Иногда может показаться, что Гурудев в каких-то своих наставлениях ошибся. Вот. Но в этот момент надо преданно задуматься, а он ошибся? Он что, проповедует карму и гьяну? Или он просто перепутал что-то? Имя перепутал, да, или там, понимаете, да, о чем идет речь? Что-то там не так сказал. Был один преданный, я помню, у него была такая привычка, подходить и подмечать нюансы. К сожалению, он бывший преданный. Реально, с одной стороны хи-хи, а с другой стороны надо понимать, наставления духовного учителя, они об абсолютной истине. И на них можно смотреть именно с абсолютной точки зрения. Если духовный учитель где-то что-то перепутал, надо рассматривать именно с критерия того, проповедует ли он гьяну и проповедует ли он карму. Если он проповедует бхакти и где-то что-то немножко перепутал местами, это не значит, что он говорит что-то не то. Это значит, что просто мы подмечаем не то, что надо. У нас не сознание пчелы так уж сложилось. Вот. Или бывают такие вещи, что наставление духовного учителя не работает. Но, собственно, вопрос, следуем ли мы наставлениям духовного учителя, приняли ли мы их в сердце, как Шрила Прабхупада, например, да? И куча всего другого, что можно по этому поводу говорить, потому что ни они не работают, мы не искренни. Шестое качество – ваданяя, великодушие. И великодушный человек – это человек, который наделен благородством ума и души, умеющий прощать, тот, кто выше обид, неэгоистичный, милосердный, тот, кто с большой душой, великодушный. Вот. И мы знаем, что Гуру Махарадж, будучи великодушным человеком, прощает своим ученикам ошибки, молится за них, пытается всячески помочь. И в связи с этим приходит на ум две истории. Одна связана с одним преданным, которого Гуру Махарадж, как другие старшие преданные, говорят, руками вскармливал в сознании Кришны. Руками вскармливал в сознании Кришны, потом преданный стал большим, вскормленным, преданным. И в какой-то момент начал критиковать Гуру Махараджа в связи с чем? Московским проектом. Вот. И в конечном счете как-то обидно же. Да, вот так вот.
Ты там человеку всю жизнь помогал, с ним в хороших отношениях находился, подвел его к духовному учителю его, устроил так, чтобы там у них какие-то отношения появились, давал возможность служить его духовному учителю, всячески поддерживал и близкие отношения с человеком всегда имел. И тут он хоп так вот и по отношению к тебе поступает. И когда этот человек заболел и думал, что он умирает, он позвонил Гуру Махараджу, и Гуру Махарадж в этот день отменил лекцию и поехал к этому человеку. И провел с ним вечер, общаясь, успокаивая, плача о том, что да, все нормально, я тебя понимаю, как бы все хорошо. Вот. Другой пример, который приходит в голову, связан с одним из учеников, который позволял себе открыто Гуру Махараджу высказывать свои какие-то, даже не назовешь сомнениями, претензии. И Гуру Махарадж раз за разом, я уж когда он звонил, я говорю, зачем? Гуру Махарадж, зачем? Ну, простите, уровень такой, я со своей как бы колокольни. Зачем? Он же там может, то есть он может нормально говорить, а может начать бурагозить. Начинать какие-то странные вещи Гуру Махараджу говорить. И я всегда, вот, когда, ну, как бы понимал, о чем говорит. Гуру Махарадж просто часто, когда вокруг никого нет, он может включить громкую связь. Вот. И я иногда слышал, что какие-то странные вещи идут в адрес духовного учителя. При этом Гуру Махарадж продолжает помогать этому человеку. Я у него спросил, зачем? Реально, зачем? Ну, потому что по Бхактивинода Такуру ему с рогатки в лоб это мало. Его надо просто, ну, гнать в шею, забирать у него его имя четкий, как бы, и как Шрила Прабхупада с тараканом. Весь мир твой. Ну, как бы, вот первые мысли, которые приходят в голову, именно такие. Следуя ачарье, Бхактивинода Такур говорит, что если такое происходит, то человека надо от церкви отлучать. И зачем же вы на него время-то тратите? Врач говорит, а потому что он искренне хочет к Богу прийти. Ну, просто у него возникли какие-то сомнения относительно меня, просто меня. А кто я такой? Ну, то есть, ну, я просто ему помогаю, как бы. Я просто ему помогаю. У него возникли сомнения. Ну, я пытаюсь помочь ему как-то с этими вещами разобраться. Но я вижу, что он искренне хочет прийти к Богу. И поэтому, пока он ко мне обращается, я буду стараться ему помогать. Вот такое вот бывает. Вот, и мы знаем, что Рупа Госвами называют Чайтанью Махапрабху, Маха Ваданьяя, Кришна Према Прадайте. То есть величайшая Ваданьяя проявляется в том, что Кришна Према Прадайте происходит, в том, что дается сознание Кришны. То есть это главное. Вот. Таким образом, великодушие святых и Господа проявляется в том, что они всем без ограничения дают святое имя. И Господь Чайтанья всегда это делал. Вот. И Гуру Махарадж просто продолжает это делать, собственно, вдохновляя нас на воспитание, на спевание святых имен. Это же важная практика. Вот сейчас, опять же, да, как раз касаясь темы семинара, что говорит о имени, которое нам принес Чайтанья Махапрабху, чтобы мы, ну, как-то внимательнее относились к повторению. Еще недавно, если помните, кто слушает, кто следит за последними лекциями Гуру Махараджа, да, то недавно в Германии ретрит прошел, и там были даны главные наставления ученикам. Вот. И подобно тому, как Господь Чайтанья, будучи Махаваданьяей, дал основные анги преданного служения, которые все знают, да, надо служить. А, ну, начинается все с Хари Кришна Мантры, правильно. Сначала на Хари Кришна повторять, надо божествам служить, надо Бхагавадгиту Шримад-Бхагаватам изучать, надо преданным служить и святое место иногда ездить, посещать, как в Магдалиновку. Вот. И, собственно, те наставления, которые те, кто слушал, да, они знают, что они очень тесно связаны с этими ангами, с главными ангами преданного служения. Потому что они великие анги, могущественные. Вот. На них, по сути дела, все основывается. Поэтому, если кто-то не слушал преданный, найдите время, послушайте
Это главное наставление, Гуру Махарадж специально их для нас составил. Собственно, седьмое качество – спокойствие и мягкость, мриду. И тут приводится интересный пример в книге Кришна, в 20 главе, описание осени. И с приходом осени вода в океане становится спокойной и тихой, подобно тому, как человека, осознавшего себя, больше не беспокоит три гуны материальной природы. Обычный человек неспокоен и немиролюбив, его разрывают на части его материальные желания, как бы. А вот преданный, если он освобождается от этих материальных желаний, то он естественным образом становится спокойным и миролюбивым, мягким. Вот. И, собственно, работа над книгами свойственно людям, которые могут находиться в спокойствии, да, само по себе. Это как бы Шиши Нитай Шачинанда Накидяй. Ну, то есть, это реальная вещь. Вот те, кто книгами занимается, те, кто их писал хоть когда-нибудь, то это понятная вещь, что человек в возбужденном уме, как бы с возбужденным умом, он навряд ли сможет нормально книгу какую-то написать, да. Чаще всего в страсти это вот какая-то вот такая вот организационно руководящая такая сфера, когда и там вот много беспокойств, и это не до книг, да, чаще всего. Нет книг, времени даже их читать, не то что писать. Вот, поэтому вот спокойствие — это как бы признак того, кто пишет книги, это признак того, что человек может быть в спокойствии. И вот мы знаем, что Шрила Гурудев в этом направлении работает, вот, его ум направлен на Бога, он способен сосредотачиваться и описывать тогда что-то, да, в связи с этим. Вот. И иногда мы знаем, что Шрила Прабхупада внешне вел себя неспокойно, да, мог там почистить учеников, там, особенно помните историю, когда с божествами там были, храмы там открывали, еще что-то, и Шрила Прабхупада там мог ругаться, и все как бы. Вот. И даже Гуру Махарадж иногда может себе позволить, но сейчас что-то милость кончилась. Гурудев не ругается больше. Но иногда он мог себе позволить отругать прям вот. Ну, прям отругать. Я понимаю, что вы с этим не соприкасались. Но некоторым повезло. Он мог отругать, например. Но это не меняло. То есть, как бы отругал, и все, и успокоился сразу же, да? То есть, наша-то привычка как бы уже завелся там, ротор, так пока своих там сколько-то киловатт не выработал, не успокоится. Вот, то у Гуру Махараджа у него такого нету никогда, так же, как Шрила Прабхупада. Он как бы, он в целях воспитания ребенка может там что-нибудь как бы сказать, ну и потом сразу успокаивается, и все как бы, жизнь продолжается. Вот. Потому что даже родители могут знать, да, что ребенка нельзя там поругать, а потом на протяжении дня еще ходить и рассказывать. Вот, как бы мы понимаем, что в конечном счете, ну, потом всю оставшуюся жизнь на психологов будет тратить, как бы, что не надо вот это вот. Как бы надо показывать, что мы тебя любим. Ну, просто не шали. И также духовный учитель, будучи отцом для каждого из нас, он этот фактор прекрасно знает. Вот, и еще есть такой пример, как Вайшнав. Он нежен, как роза, и грозен, как молния. Да? И можем знать, что Господь Чайтанья, он, в принципе, будучи всегда према-аватарой, который любовь раздавал ни за что вообще, в какой-то момент чуть Джагая Мадхая не наказал. Почему? Потому что шло оскорбление Вайшнава. И вот этот, тот момент, который нам ачарьи говорят, вот в этом случае можно быть неспокойным, надо Вайшнава отстоять. Но если это касается нас, то мы возвращаемся к второму качеству, мы смиренно принимаем волю Господа, и как бы, и все. То есть есть очень принципиальная разница в этом. Если оскорбляют при нас какого-то другого человека,
и мы можем как-то повлиять на ситуацию, то, наверное, надо повлиять. Если это касается нас, то лучше как бы склонить голову и уйти. Ну вот мы как раз недавно с Джагадананом Прабху разговаривали. Но если оскорбляют Кришну, это даже, ну, непонятно, даже не даже, так же важно, как и оскорбление вайшнава, нельзя оставаться в стороне, надо как-то Кришну отстоять. Но если у нас нету для этого никаких данных, то, ну, как минимум надо убегать с этого места, потому что, ну, плохо иначе будет нам. Духовная жизнь наша плохо закончится. Вот, и раз мы говорим про спокойствие, мы дальше говорим про эту тему, приводится пример того, что сколько рек в океан не втекает, он все время как бы спокоен, но в определенные моменты наступает прилив, и тогда он выходит из берегов. И для вайшнава говорится, что когда вайшнава духовные эмоции накрывает, вайшнав может выходить из берегов, его эмоции выходят. И вот сейчас Гуру Махарадж в последних лекциях, кто опять же их слушает, много говорит о эмоциях, о том, что важно, если у вас какой-то духовный опыт есть, сохранить его, как-то запечатлеть в сознании, пытаться к нему как-то возвращаться, что духовные эмоции — это оправданный выход. Это оправданный выход из спокойного состояния. То есть, когда нас разрывает от духовных эмоций, то это очень здорово, и при этом мы не перестаем быть вайшнавом. Восьмое качество — чистота, шучи. Преданный чист внутри и снаружи. Ум, разум, тело, одежда, жилище, место работы, место поклонения, личные, деловые контакты. Все должно быть чистым. Ну, по идее, да? И для чего же? Ну, и шастры нас учат к тому, что если мы чистую пищу принимаем, если у нас в быту все чисто, если мы в отношениях с противоположным полом чисты, если у нас чисто ведутся деловые отношения с людьми, мы никого не обманываем, да? Ну, то есть четыре принципа мы не просто так следуем. Это как раз вот то, что помогает нам быть чистым. Вот. То в конечном счете наше сознание будет чистым, и туда сможет входить вани, которую мы получаем от духовного учителя. И в конечном счете мы сможем тогда сконцентрироваться на воспевании святых имен, мы сможем правильно понимать философию и духовно развиваться. Вот. И если говорить о духовном учителе, то Гурудев, он всегда, будучи вайшнавом, будучи удивительным преданным, всегда поддерживает чистоту во всех сферах, которые мы перечислили. То есть Гурудев и омовение принимает. Сколько надо, столько принимает. То есть, может быть, и три, и сколько угодно раз в день. Вот сколько надо принять омовение. Столько принимает, если жаркий день, еще чего-то. Мы каждый знаем, да, душ принял, как бы, легче становится, как бы, Гурудев. Четко этому следует. Иногда может одежду несколько раз в день поменять, да? Это мы же проговорим про вапу сейчас, да? Чтобы мы просто понять, почему я об этом говорю. Мы говорим про вапу, про то, что вот, чему мы учимся. Ну, опять же, там оно больше завязано на личное служение, но в конечном счете нахождение с духовным учителем. То есть мы учимся чистоте внешней. И в конечном счете проветривание помещений он это делает, чтобы вот чтобы, ну, чисто было. Чтобы пища была чистая, пранаяму осуществляет, йогу делает. Понимаете, тело в чистоте надо содержать, чтобы, ну, вот, чтобы вот духовно развиваться. Вот Гурудев так живет. Он эти все вещи делает. То есть пранаяма, свежий воздух, чистая пища, чистая вода, чтение духовных книг, общение с людьми, от которых мы можем получать как бы вот. Вот это все вот важно. И он сам это делает. Он не просто приходит нам рассказывать, делайте так. Нет, он так живет. Он, то есть, вот там живет. Он не просто говорит, вот делайте, а сам живет по-другому. И слушание лекций. То есть Гурудев слушает лекции. То есть он не только их рассказывает, он их слушает тоже. Вот. Ну, то есть, в конечном счете, это же все способствует тому, что наше сознание становится чистым, Кришна привязывается. Вот. Он своим примером показывает, как надо жить. Он реально так живет. Он постоянно... У него, ну, часто очень, как бы, вот он проснулся и сразу же лекцию включил, пошел, как бы. Понятное дело, что, как бы, это привилегия
людей отреченных. Дома иногда не, так особо не врубишь ничего. Ну, там, только если в наушники. Там дети спят, еще кто-то спит там. И так далее. Но, тем не менее, сама идея в том, что мы все время свое сознание держим в чистоте. И Гурудев это тоже. Вот. И дальше мы просто Шрила Прабхупада. Движение сознания Кришны призвано произвести в мире революцию чистоты, распространяя не только принципы гигиены, и, что более важно, проповедуя очищение сердца повторением Хари Кришна Махамантры. Соблюдение телесной чистоты может помочь до некоторой степени, но еще в большей мере необходима чистота ума, она достигается прославлением Верховного Господа. И Гурудев, зная это, практически каждый вечер, перед тем, как пойти отдыхать или еще чего-то, поет киртаны. Это замечательная практика, которая, ну то есть, каждый из нас имеет, наверное, опыт такой. Если хороший киртан вечером был, то как бы ко сну уходишь в таком просветленном состоянии. И вот в последнее время, и раньше это тоже всегда было, это бывало такие вечера, там как бы хоп, и у Гурудева гармошка вечером заиграла. А еще когда мы в Юрлово жили, там же спать люди-то рано идут. А Гурудев 8, хоп, и петь начал. Брахмачари, они привыкли, так в целом, как бы они берюши там одевают и спят. Но само по себе идея в том, что Гурудев, он знает о славе святого имени и о силе его. Он перед сном иногда может сесть да попеть, как бы. Вот. Ну и баджаны тоже, тот же Амара Дживан спит. Либо Джаху Реймана, тоже, знаете, нравится ему этот баджан. Вот, поэтому своим примером, опять же, учит он нас, чему мы должны следовать. Отсутствие материальной собственности, окинчина, отсутствие материальной собственности. Царица Кунти. О мой Господь, достичь тебя легко лишь тому, кто лишен материальной собственности. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не способен искренне обратиться к тебе. Вот. И примерно полное отречение были Госвами Вриндавана. Ну, вот настоящие окинчины такие, да? Отсутствие материальной собственности. То есть вот жили там под деревьями, какая-нибудь небольшая хижина, которую собственностью назвать сложно. Документы на собственность оформлены, скорее всего, не были. Вот, поэтому... И в тот же самый момент Шрила Рупа Госвами говорит, мы знаем этот стих, я его плохо знаю, «Анасактасья вишая ядхартна упаюнджитах», да, «Бхакти Расамрита Синду», что если человек ни к чему не привязан, в то же время он принимает все, как имеющее отношение к Кришне. Вот. И он правильно относится к этому ко всему. Собственно, он все использует просто в служении Кришне, все, что к нему приходит. Вот. То есть это любая собственность, это не то, что она плохо, что она есть. Ну, просто она не для меня, она не моя. Она для того, чтобы просто Кришне служить. Вот. И конечно, высшая ступень является такое сознание. Вот. И поэтому преданные, собственно, на протяжении всей жизни к этому идут. Потом могут прийти к Ядураджу Прабху, он более подробно об этом расскажет. О том, что как бы в этом мире ничего нам не принадлежит. В конечном счете, все, что нам дано по милости Бога. И мы это должны использовать в служении Ему же, должны, ну, ему же, в служении Ему же. И Бхактисиддхант Сарасвати нас учил, юкта вайраги, к тому, что мы, ну, не просто вайраги там отреклись и где-то спрятались, о том, что мы, так скажем, в активной деятельности и занятии вот этого вот, которое тоже не является нашим, да, несмотря на то, что мы считаем его всегда своим и очень его любим, как никто другой, считаем себя собой вообще, считаем, да, не то, что... Тем не менее, это просто то, что нам дано. В какой-то момент у нас это заберут, и мы пойдем дальше, все нормально. Вот. Но при этом, да, мы все используем. То есть вот это вот тоже используем, святые имена повторяем. Что-то там на кухне можем сделать. Спасибо, преданные, кормите вкусно. Реально, спасибо за ваше служение.
Господу и вайшнавам. Вот, и, собственно, если мы говорим конкретно про Гуру Махараджа, раз уж мы на Украине, чего нема, того нема, материальной собственности не имеем. То есть у Гуру Махараджа нет никакой материальной собственности. Была квартира, доставшаяся по наследству от родственников. Продали, деньги на храм московский отдали. Все в порядке. Да. Никаких банковских счетов у него нету. Ну, то есть, счет есть, но там просто денег нет на нем. Вот как бы его закрыть надо, без него не закроешь, как бы. И так и Гурудева в банк-то особо не затащишь. Ну, то есть там, когда квартиру продавали, нужен был счет. Да. И потом эти деньги, они в храм ушли, а счет остался с нулевым балансом. И вот он, как бы, счет есть, денег нет просто. Вот. И что касается Гуру Махараджа, вот авторитетно могу сказать, он никогда не знал, у него вообще деньги есть или нету, потому что, ну, как-то Кришна же все устраивает. И все деньги, которые приходят, они всегда передаются на служение Шриле Прабхупаде и миссии, как бы. Вот. Он просто мог иногда спросить, как бы, там, ну, какие-то деньги есть? И чаще всего это было связано с тем, что кто-то у него их попросил просто. Ему надо было знать, у нас вообще есть что дать-то? Да, у нас просто денег просят, как бы, у нас есть что дать или нету. Если нет, ну нет и нет, как бы. Если есть, то надо дать. И некоторые люди злоупотребляли его добротой, и Гуру Махарадж бывало, там, ученикам денег давал, там, еще чего-то, как бы. И чаще всего они брали в долг, конечно же. Вот, ну поэтому по-разному бывает, это не проблема. Главное, что я про Гуру Махараджа сейчас рассказываю, ну как бы, о том, что окинчено. Вот, и этот замечательный стих, который так любил Шрила Прабхупада, что когда по отношению к какому-либо человеку Господь чувствует особое расположение, он постепенно отбирает у него все материальное состояние, тогда друзья и родственники, после этого отворачиваются от этого нищего неудачника. Вот. И это очень хороший стих. Если кто-то по каким-то причинам чувствует, что на него сильно много висит, как бы, то надо просто раздать все. И постепенно все остальное тоже уйдет. Но это я не говорю сейчас, преданные. Ну, как бы, для тех, кто находится в грехасхашами, очень важно, ну, прожить этот ашрам полноценно, после себя оставить выращенное дерево. И, да, вырытый колодец детей, если они еще в сознании Кришны, так вообще это удивительно на самом деле. Вот, и я чувствую, что мы, наверное, вот 10-й сейчас рассмотрим, и на сегодня у нас будет перерыв до завтра. 26 качеств мы растянем, у нас есть возможность, слава Богу, для этого на несколько дней. И 10-е, работа на благо каждого. Сарва-пакарака. В Вишну-пуране говорится, что разумный человек должен с помощью дел, мыслей, слов выполнять то, что пойдет на благо всем живым существам в этой и последующей жизни. То есть, как бы, ну, это важно, как бы, человеку творить добро на всей земле, творить добро другим во благо. Но мы просто понимаем, в каком контексте, и что значит добро, опять же. Вот, и Шрила Прабхупада, собственно, поэтому говорит, что преданный совершает свою деятельность на благо каждого, так как сознание Кришны предназначено для каждого, для всего человечества, для всех форм жизни. Оно обращено не к какой-то определенной расе, национальности, полу, оно относится ко всем живым существам, поэтому вот надо сознание Кришны давать всем. Вот, и это вот высшее благо. Потому что кираты, хуны, андры, пулакши, абхары, юмхи, яваны, жители Сибири, армяне, все помнят это прикол, да? Все могут принять сознание Кришны без исключения, потому что, как мы знаем, святое имя, оно
дано самим Богом. И сам Бог является святым именем. Он сам присутствует в нем. И поэтому, если его давать другим, то неважно, какой нации, полу, там, неважно, кто там, как там, рептилоиды там бывают. Всем надо давать сознание Кришны. Это то, чему нас учил Шрила Прабхупада, и то, чем руководствуется Гуру Махарадж. То есть сознание Кришны надо давать всем. И Шрила Прабхупада был наивысшим примером того, что человек посвятил себя служению всем живым существам. Он был трансцендентным тружеником в тот момент, когда Шрила Прабхупада уже вот благодаря стиху, который вот мы до этого цитировали, у него ничего не осталось, и все, в принципе, от него отвернулись. Он полностью посвятил себя служению Господу. Вот, и реализовал этот принцип полностью, о котором мы сейчас говорим. Он по-другому называется Парва-Упакара, потому что там Сарва-Упакарака сложнее немножко. Сарва-Упакара. Вот, и мы знаем, что Васудева-дата, помните, да, Васудева-дата, Господу Чайтанья как бы просил, как бы, грехи всех существ, дай мне, чтобы только они могли получить высшее благо. Вот представляете, какая медитация, да, Васудева-даты? Да? Мне дай грехи этих живых существ, просто чтобы они могли тебя получить. Вот я готов страдать, а пусть они тебя полюбят. И Господь Чайтанья был в полном экстазе вообще, да. Он просто сказал, я принадлежу Васудеве-дате. То есть есть такие личности в истории. Ну и, собственно, как это в личности духовного учителя проявляется? Ну, в том, что он все время старается давать то самое духовное знание, вне зависимости не от того, кто, что, рептилоид, не рептилоид. И в конечном счете, вот. Это приводит к тому, что он это воплощает через какие-то конкретные проекты, да? То есть мы знаем, да, возникают какие-то школы. Под его руководством возникла большой ведический практикум, возникла школа джапа-медитации. А плод его труда — это Ашрам Юрлова. Тоже, да, вот ребята как бы там вот, ну, по-настоящему. Кто-то может усомниться, как бы там, чего, как. А вот недавно они даже ездили к нему, получили наставления, от которых они сами теперь не рады. Но они получили наставления, и теперь как бы думают, надо как-то теперь реализовать. Гуру Махарадж сказал. Причем вот он им сказал, очень конкретно сказал. То есть они пытались сказать, ну, Гуру Махарадж, ну, на самом деле же, они ездили к нему специально в Казахстан. И он прям вот так вот дал им наставление. И все, сейчас приехали, думают, как его выполнить. Джай Гуру Дев. Поэтому это тоже милость духовного учителя. Но, собственно, вот его Парва-Упакара заключается в том, что он пытается нести то, что принес Господь Чайтанья, то, что мы получили от Шрилы Прабхупады, распространять духовное знание разными способами, всячески. Джай Гуру Дев, джай Шрила Прабхупада, джай Нитая Шичинандана, Хари Кришна. Ванчикал Патрубеща.